Ведающие Бога бывают исполнены всякими благими помышлениями и, вожделевая небесного, презирают житейское. Так говорил в конце III века нашей эры основатель пустынного жительства преподобный Антоний Великий, рожденный в Египте. На Руси же отцом русского монашества принято считать другого Антония, основателя Киево-Печерского монастыря Антония Печерского. Монастыри и монахи Древней Руси. У нас в гостях историки Игорь Данилевский и Юрий Атамонов. Здравствуйте. Игорь Данилевский, заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь глазами современников и потомков» и «Повесть временных лет. Основы изучения летописных текстов». Юрий Артамонов, выпускник Российского государственного гуманитарного университета, заместитель заведующего кафедрой истории университета МВД Российской Федерации, кандидат исторических наук, автор более 40 научных работ по истории Руси и Русской Православной Церкви. Действительно, Антоний Великий был инициатором такого движения, которое получило название монашества. В том числе поэтому он и великий. Да, конечно, конечно. Третий век нашей эры, уже два с лишним века существует христианство как таковое. И вдруг появляются такие деятели, которые уходят из христианских общин, поселяются отдельно. Почему? Падение нравов, размывание ценностей христианских, то, что было заповедано Христом, апостолами. И для того, чтобы бороться с этим, появляются такие люди, которые собираются своим примером, во-первых, вернуть вот эти вот изначальные христианские традиции, и, с другой стороны, поспособствовать своему собственному спасению. Это очень вот важный тезис. Да. Собственное спасение. Это очень важный момент. А заодно и поспособствовать спасению других, потому что... Ну, вот спасение души, в первую очередь. Монахи-отшельники, да, они молятся еще и за всех остальных. Прежде всего, конечно, за христиан, которые, вот, так сказать, отходят от идеалов христианства, от апостольских правил и так далее. И это серьезный момент. Это серьезный момент. Позже появляются общины таких отшельников, которые перестают быть отшельниками, но сохраняют идеалы вот этой совместной жизни, совместного имущества. То есть никто ничем не владеет персонально, владеют только коллективно. Это идеал вообще. И вот эти вот общины, как первые христианские общины, они сохраняют традиции вот изначального христианства. Это же не только на Святой Земле. И в первую очередь не только на Святой Земле, да, первые монастыри-то возникли. Конечно. Это Египет. Да. Это Ближний Восток, то есть это территория, скорее, даже на периферии, в общем-то, такого тогда цивилизованного мира, да? А потом еще один момент наступает достаточно важный, потому что он потом сформирует структуру современного монашества, по крайней мере, православного монашества. Это событие, которое происходит в Византии, когда было запрещено указом императора отшельничество. И отшельников насильно селят в монастыри, вот в эти вот общины, и заставляют их жить в этих общинах. Но они продолжают сохранять, во-первых, повышенные, так сказать, обязательства, обеты, которые они брали на себя. А, как правило, люди, которые уходили жить анахоретами, отшельниками, пустынниками, они брали на себя какие-то подвиги, которые, в общем-то, были не под силу другим. Это постничество. Причем постничество в самых жестких формах, когда там за день съедает одну просфорку, кусочек хлеба, выпивает там полкружечки воды. А то и через день. А то и через день, да. Это молчальничество, тяжелый обет, который они выполняют, то есть не молчат. Столпничество появляется, достаточно своеобразная такая форма, когда вкапывается столб, наверху площадка, он на этой площадке находится, и, значит, энное количество часов проводит на этой площадке, молясь, и обращаясь к тем, кто к нему приходит, давал ответы на вопросы. С проповедью обращался, да. Достаточно тяжелые, в общем-то, формы. От них пойдут схимонахи, схимники, которые принимают великую схиму.
Схима – от греческого «внешний вид», «форма», «внешность». Первоначально – монашеское облачение, затем – торжественная клятва. Обет православных монахов – соблюдать особо строгие аскетические правила поведения. Православное монашество делится на три степени – рисофор, малая схима и великая схима. При пострижении монах получает новое имя, но не дает никаких обетов. При пострижении в малую схиму монаху еще раз изменяют имя, и он дает обеты послушания, нестяжания и девства. Великая схима – это совершеннейшее отчуждение от мира для соединения со Христом. Великосхимник дает особые обеты, при этом ему снова изменяют имя. В монастырях великосхимники обычно живут отдельно от другой братьи. Вот из этих изначальных тенденций к тому, чтобы, во-первых, спастись самому, во-вторых, поспособствовать спасению мира своими молитвами, потому что основная работа монаха – это молитва. Но еще свидетельство. За мир. И свидетельство. Обучение Христом и об истине. Да, да. Сохранение вот этих идеалов, как они считают, неприкосновенности и моление за мир. 8 часов в день молитвы. Таким образом, вот 3-4 века – это как раз период формирования основных вот форм, видов монашества, вот, закладом. Ну, как бы сейчас бы сказали, уставов таких, что потом легло в основу. Да, и уставы потом. То есть, с одной стороны, мы видим, вот, действительно, это особенное жительство, отшельничество, основателем которого считаются отцы пустыни Павел Фиванский и Антоний Великий, да, которые проповедуют уединение, аскезу. И практически в это же время, с конца IV века, начинают возникать уже, собственно, киновии, то есть общежительные монастыри. То есть вот две основные формы, которые пройдут через всю историю византийского впоследствии и русского монашества. Здесь же возникает и такой вид монашеского жития, как диаритм, то есть совместное проживание нескольких анахаретов, отшельников. Вот. Более обширное, да, по пространственному отношению проживание отшельников, это уже, по крайней мере, в первые века распространения христианства, это лавры. Вот. И, как я уже говорил, где-то с конца IV века появляются эти киновии, появляются первые монастырские уставы. Вот первый устав – это Пахомия Великого, очень жесткий устав. Очень жесткий. На основе него был впоследствии составленный устав уже Василием Великим. Вот. Хотя вот уже в эти первые века становления монашества мы видим и сочетание этих двух путей. С одной стороны, особенное жительство, с другой стороны, киновия общинная. Это так называемые келиоты, да, которые существуют при монастырях, наиболее достойные монахи с точки зрения игумена, которые получают право жить отдельно, но живут за счет монастыря. Наиболее крупные такие церковные праздники, они должны все-таки приходить в монастырь, для участвовать в совместном богослужении, но живут они обособленно. Им доставляется туда пища, они живут в строгом воздержании, послушании, и за любое нарушение они могут быть возвращены в монастырь. Кстати, вот Киево-Печерский монастырь уже вот в конце 11-12 века, это как раз вот пример вот такого вот сочетания, с одной стороны отшельничества, с другой стороны киновии. Именно русское монашество православное является наследником по прямой вот этой первохристианской традиции. Безусловно. Потому что все остальные христианские конфессии, это немножко уже, как мы считаем, отхождение, да, немножко там другое. Ну, вообще становление русского монашества происходило именно под влиянием, прежде всего, палестинских традиций, ну, может быть, отчасти Афона, да. Болгарии. То есть это прямые преемники вот этой вот византийской монашеской традиции. Любопытно, кстати, что вообще становление древнерусского монашества приходится на период, когда в Византии монашеские традиции набирают наибольшую силу. То есть это рассвет монашества и монастырей Византии, вот 9, 10, 11 века. Тут, конечно, совпало 9-10 века, да, это как раз совпало по времени с крещением Руси. И сразу вот эти вот контакты, они, конечно, сыграли колоссальную роль в формировании русского монашества. Современники, вот византийцы даже пишут, что строительство монастырей в империи превратилось просто в какое-то безумие. Каждый считал должным, ну, мало-мальски, человек, имеющий достаток, построить свой монастырь. Либо построить сам, либо завещать своим потомкам построить монастырь на своей могиле. Более того, монастыри даже строили в складчину. Крестьяне, воины, те, кто не имели соответствующих четырех, они строили монастыри в складчину. И больше интерес даже вызывало основание именно новых монастырей. Не столько сколько поддержание старых, сколько основание новых. Мы видим сотни монастырей, которые возникают в 10-11 веке. Прежде всего, как, конечно, усыпальницы. Потому что быть похороненным в монастыре... Да, это считалось особой честью и способствовало, опять-таки, проблемам спасения.
во время страшного. Ну, вообще считалось, что молитва монаха, да, может спасти от мучений 150 грешников. Именно молитва монаха, не бельца, а именно монаха, то есть представителя черного духовенства. И Русь, естественно, восприняла эти традиции. Тем более, что первые иерархи русской церкви – это греки. И тут же, судя по всему, и греческие монахи, которые приезжают служить на Русь, они передают они эти традиции. Конечно, они передают традиции. Ведь все иерархи, они все монахи. Это все черное духовенство. Да. И, соответственно, в первую очередь, что они привозят? Они привозят традиции, они привозят книги. Устав книги, да. Да. Хотел вот сказать, с этого начинается. Христианская культура, культура книжная, в первую очередь, и монастырская в том числе. Конечно. Таким образом, у нас получается, что к моменту, собственно, принятия крещения Владимиром, да, это уже почти 7 веков монашеской традиции. И знакомство с ними, кстати говоря, на Руси пришло не только путем там, чтения географической литературы там, или знакомства с уставами, но и непосредственный контакт. Ведь надо сказать, что вот древнерусское общество, оно было очень подвижно, очень мобильно. И много людей отправлялись в Византию и посещали святыни и в Палестине, и в самом Константинополе. Многие жили в монастырях Константинополя и достаточно долго жили. Проживали там, да. Да. Вообще, я думаю, то есть непосредственно знакомство тоже имело место быть. Ну, а крымские монастыри, Инкерман, Шаудан, там же тоже были общины, хотя не очень большие, но это как раз на территорию совсем близлежащей. Ну, конечно. К России. Если уж говорить так, одна из версий крещения Владимира в Корсуне, да, да. Корсунские традиции то же самое. Как считается у нас, да, один из первых иерархов русской церкви, который приезжает из Корсуни, да? Угу. Анастас. Анастас, корсунянин. Ну, конечно, они везут с собой все эти традиции. Потом, вот то, что Юрий Александрович сказал относительно путешествий, я вообще думаю, что у нас несколько своеобразные представления о Древней Руси, они гораздо были мобильнее, чем нам кажется. Не то, что... Сейчас, в частности, вот последние исследования, которые идут по истории летописания, колоссальная скорость получения информации из разных концов света. Причем не только вот с территории Восточной Европы, но и о событиях, которые происходят за рубежами того, что мы называем... Христианского мира. Древней Руси, да. Вот, так что это достаточно серьезные вещи. Тем более, что огромное количество контактов личных. Ведь представляете себе, что такое личные контакты тогда и сейчас? Это совершенно разные вещи. Я был как-то поражен тем, что нашел в одном исследовании такие подсчеты. По ним сейчас на Земле проживает 10% всех людей, которые когда-либо жили на Земле. 0,1%. Людей было гораздо меньше, а, собственно, личных контактов приблизительно такое же количество. То есть почти все знали почти всех. Да, и свидетельством как раз этих контактов выступают, например, многочисленные граффиты, которые оставлены на стенах византийских храмов. Вот сейчас появилась возможность исследовать граффиты Софии Константинопольской. То есть 11-12 век. Прихожане и посещавшие паломники, храм... Паломники, да, они, к сожалению, поступали часто так же, как и наши современники. Они брали, процарапывали на стеночке всякие надписи. Правда, надписи, по большей части, гораздо более приличные, чем сейчас. Уникальная надпись, вот сейчас она введена в научный оборот, была обнаружена на стене Софии Константинопольской. Значит, Матфей Поп Галический. Да. Датируется она вот по палеографии началом 12 века. Основателем монастырской традиции общинно-жительной на Руси является Антоний Печерский и его сподвижник Никон Великий, и к ним потом приходит Феодосий Печерский. Они поселяются в очень странном месте. Очень странное место – это пещерка, которую выкопал Илларион. По преданию, Феодосия не принимали ни в один из киевских монастырей. Смотрели на его худые ризы и не принимали. Ведь не принимали ни его одного. Ведь Антоний пришел в Киев, и Антоний обходил все киевские монастыри, но ни один из них не взлюби. Но обратите внимание, там было много монастырей. Много. Много монастырей. Вот что это за монастыри? Стоит большой знак вопрос. Поэтому вот Антон Владимирович Карташов как-то написал, начальная история русского монашества – это большая-большая загадка. Да. Ведь Киево-Печерский монастырь возникает у нас в середине XI века.
почти 70 лет прошло с крещения. Да, это... А что было до этого? Что это за безымянные монастыри? Дата идет 1051 год. Да, ну, то есть это конец правления Ярослава Мудрого. А что было до этого? Что представляли собой эти монастыри? Кто в них жил? Кем они финансировались? Что представляли собой эти монастыри? Ничего не знаю. Ничего не известно. То есть у нас какие-то отрывочные известия в источниках, причем тоже очень противоречивые. Митрополит Ларион, например, пишет, значит, говоря о Владимире, что при нем на горах монастыри Всташа и Чернорисы явившиеся. Яков Мних тоже вроде бы пишет, да. Что, значит, вот Владимир имел обычай ставить три трапезы. Первую, значит, епископом, монахом и священником. Третью, значит, убогим и больным. И, вторую убогим. И третью, значит, себе и дружине. В то же время поезд временных лет под 1037 годом, когда речь идет о градостроительной деятельности Ярослава, ну, пишет, что именно при нем, большая, да, да, что именно при нем монастыри на Руси стали появляться, да, и монашество стало множиться. Чернорисов появилось огромное количество. Да. Да, вот как загадки согласовать? Сплошные. Сплошные. Ну вот Голубинский, один из таких выдающихся историков церкви рубежа 19-20 века, предположил, что значит, вот первые монастыри представляли собой такие монашеские слободки. Якобы вот люди, желавшие монашествовать, приходили и жили при приходских храмах. Основывали там небольшие кельи, таким образом они убивали двух зайцев. Они, значит, участвовали в службе и жили за счет подаяния приходящих в храм мирян. Но вроде бы гипотеза эта очень популярна. Но, простите, какой должен быть уровень, да? Какой уровень христианизации должен быть, чтобы это было массовое явление? Чтобы приходили вот эти люди уже в первые десятилетия после принятия христианства, при том, что христианство... И жертвовали в монастырь какие-то средства. Если и жили вот при этих вот, значит, вот церквушках, вот в таких небольших кельях. Какой уровень христианизации должен быть? А мы же знаем, что первые десятилетия, это, собственно, что такое христианство? Это вера аристократического общества. Конечно. Вот, поэтому мне кажется, что все-таки первые монастыри, они основывались людьми знатными. Прежде всего, знатью. Безусловно. Это вообще такие небольшие обители, обители церкви, в которых служило монашествующее духовенство. 3-4 человека, и вот уже монастырь возникает. В Древней Руси, вот это хорошо очень просматривается в источниках, вообще первоначально не разводили два понятия церковь и монастырь. То есть вот в статье 1037 года, значит, упоминается об основании Ярославом вот достоверно двух монастырей, Георгия и Ирины, посвященных, значит, патрональным святым князя и его супруги. С одной стороны. А с другой стороны, повторяющие те монастыри, которые существовали в Константинополе, Византии. По двум сторонам от дороги, которая шла от Золотых Ворот к Софии. То есть он, с одной стороны, повторяет структуру Константинополя, Нового Иерусалима, и а традиции. С другой стороны, да, это патрональные святые, его, собственно, и Ирины Ингегерды. Вот чистой воды Кикторской монастыри. Проходит буквально 20 лет, и в летопись под 1063 годом сообщает о церкви святого Георгия. Там, значит, хоронят сына Ярослава Судислава. То есть вот церковь, вот монастырь. И вот эти понятия, они, мне кажется, поначалу не разводились. Не было они еще не понимания. Могли разводиться, потому что, мы же говорили, иерархи все это монашествующие. Это все монашествующие. Другой вопрос, какое количество этих монашествующих теперь становится, собственно говоря, из местного населения. Да. Потому что вот при Ярославе появляется первый митрополит, который русин. Иларион, вот настоятель этой самой домовой церкви. А так до этого все греки. Да, собственно говоря, после Илариона там значительная часть греков, я имею в виду высших иерархов церкви. Ну вот в этом смысле любопытно свидетельство еще вот Титмара, да, в его хронике. Да, он пишет, интересно. Что на момент вступления Болеслава Храброго в Киев, это 1018 год, лето, в нем находилось 400 церквей. Да. Подтверждение такого количества храмов мы находим и в Лаврентьевской летописи. Да, там по 1124 году упоминается, что вот был большой пожар в городе, в результате этого пожара было уничтожено, сгорело 600 церквей. Что это за церкви? Ясно, что это не приходские храмы. Это домовые церкви, церкви, которые стояли в церкви. Это могли быть небольшие клети, срубы. Конечно. Могли быть церкви, как тогда говорили, украшенные всей красотой, имеющие несколько глав. Зависело от финансовых возможностей. Стали они, как правило, на дворах. То духовенство, которое жило, в основном монашествующие, пришедшие либо из Болгарии, либо из Византии. Содержались они за счет средств ктитора, основателя этой церкви. И поэтому они были закрыты для принятия новых пострижников. В них не были заинтересованы, потому что это требовало, в общем, дополнительных финансовых расходов. И я думаю, что вот как раз и Феодосий, и Антоний столкнулись именно с такими вот этими конечно. Церквями-обителями.
И, собственно говоря, Киево-Печерский монастырь, начало ему положили два человека, которые живут вот в той самой пещерке, которую ископал Илларион. Если можно, давайте вернемся к ней. Вот меня как-то заинтересовал вопрос, а что вообще за Печерские монастыри, традиция, которая существует у нас, есть Киево-Печерский монастырь, есть Псковский Печерский монастырь, есть в Грузии Печерские монастыри. И интересно было, когда я посмотрел просто письменные источники, в которых упоминаются горы, а горы упоминаются, вы знаете, я посмотрел в повести временных лет, там 57 раз упоминается слово «гора». Подавляющее большинство этих упоминаний связано со священными горами и с горой как таким культовым местом. Угу. Причем горой называется не только крутой правый берег, но это еще и место обитания душ умерших. Могила – это и есть пещера в этой самой горе. И если мы посмотрим иконопись древнерусскую, ну, скажем, есть замечательный совершенно сюжет «Рождество Христово». Да? Там в центре иконы изображается гора, там пещера, и в этой пещере и лежит новорожденный Христос в яслях, над которым склонились мул, вол, но это уже апокрифические такие, да, образы. Он рожден для смерти, это все идет символический язык, то есть это заживо погребенный, только что новорожденный Христос. Там очень сложная семантика идет. И вот здесь мы сталкиваемся именно с этой вещью. Он выкапывает для себя могилу, в которой он еще живой, уже находится и молится там. И люди, которые приходят и селятся в этой маленькой пещерке, Антоний и Никон Великий, они себя заживо хоронят. Кстати сказать, и монахи, которые носят смертную одежду, это одеяние резко отличается от одеяния не только мирян, но и белого духовенства. Это специальная одежда, которая отличает их, и мы сразу тоже в толпе видим, что это идет монах. Который символизирует скорбь, отречение. Совершенно верно. И смерть. И смерть. Он умер для мира. Помните, в советские времена были такие сочинения «В жизни всегда есть место подвигу». И рассказывали о том, как там надо бросаться в прорубь с тонущим ребенком, там, в дом горящий и так далее. Все правильно, но это не подвиг, это героический поступок. Подвиг и подвижничество – это понятие, которое к нам приходит из монастырской жизни, прежде всего. Подвиг – это тяжелый ежедневный труд. Тяжелый ежедневный труд – это и есть подвиг. Когда мы употребляем слово «двигать», это значит что-то перемещать постепенно. Да, совершенно и с большим верно. Трудом. Вот поэтому, понимаете, я всегда думаю, что когда мы говорим о Великой Отечественной войне, это всегда очень острый вопрос. Есть героические поступки, люди, которые жертвуют собой для достижения общей цели, да, для победы. И есть люди, которые в конечном итоге своей тяжелой работы, они добиваются этой самой цели. Понимаете, человек, который погиб, он, к сожалению, только одна из ступенек к достижению этой цели. А цель достигается людьми, которые идут еще дальше. Понимаете, подвиг совершает старшина Восков в «Зоре здесь тихие», да? Девочки, которые погибают, они героически гибнут. И это чудовищная трагедия, понимаете, они не профессионалы. Восков – профессионал, который ненавидит эту работу, но делает ее идеально. Он понимает, что война – это всегда смерть, это всегда убийство, это вообще не женское дело. Да? И он совершает подвиг. Героические поступки совершают те пять девочек, которые идут с ним. Вот я думаю, что нам надо бы и в своей обыденной жизни как-то вспомнить о таких понятиях, потому что подвиг – это, в первую очередь, тяжелый ежедневный труд. Отношение рядового человека к монахам. Это тема, которая просто поражает, когда начинаешь читать древнерусскую литературу. Это агиографическое произведение, которое в лучшем виде представляет, скажем, вот таких деятелей, как Феодосий Печерский. Но есть ведь еще и огромное количество литературы другого плана. Есть вопрошание. Вопрошание – это достаточно специфический такой вид источников, когда
приходские священники обращались к высшим иерархам церкви, к епископам, архиепископам авторитетным, да, и задавали им вопросы, которые не предусмотрены канонами. Дело в том, что есть ведь не только писанная традиция, есть еще и устная традиция. И тут возникал очень серьезный вопрос. Не все определяется каноническим правом. Ну, скажем, там задаются вопросы, на наш взгляд, может быть и странные. Да? Может ли священник, у которого в облачении вшит женский плат, войти в алтарную часть? На самом деле вопрос чрезвычайно серьезный. Женщинам запрещено категорически заходить в алтарную часть. Но вот если жена этого священника взяла, поставила ему заплатку, грубо говоря, да, он имеет право заходить или не имеет? Там есть очень тонкие вопросы, там есть очень сложные вопросы, там есть очень деликатные вопросы. Кстати сказать, из-за этого эти источники сплошь и рядом не использовались у нас в отечественной историографии очень долго. До революции нехорошо было писать о таких вопросах, да? Потому что духовная цензура после была... После революции некому. Некому с одной стороны, а с другой стороны неинтересно. Понимаете, ну, да, это да, тоже да. были закрытые темы. Была же закрытая тема, да, да. Да, а духовная цензура была очень жесткая в дореволюционной России. На это жаловался даже Федотов, который один из крупнейших специалистов в области церковной истории, он жалуется на то, что невероятно жесткая духовная цензура. Вот. Эти источники не использовались. И вот там есть один вопрос, который меня... Ну, там есть несколько вопросов, которые потрясают. Но этот вопрос, он особую такую позицию занимает. Правильно ли поступают те, кто, выходя из дома, если встретят монаха или зайца, поворачивают домой? Плохая примета. Плохая примета. И тогда... Встретить монаха, да, плохая примета. И тогда Нифонт, епископ, отвечает разгневанно. Это что ж получается, что монах нечистое животное, заяц нечистое животное. Да, у него нераздвоенные копыта, да, его нельзя было использовать в пищу. И монах приравнивается к нечистому животному. Это ужасно совершенно. Нет, конечно, это неправильно. Но это жизнь, это реально 12 века. Понимаете, это то, что вот мы вдруг увидели через маленькое окошечко. Вот одна маленькая такая деталька отношения рядового человека к монаху. Ну как, а тот же возница, это как раз скол так называемого массового правильно, сознания. Совершенно верно. Правильно. А есть так и еще один скол, и вообще совершенно страшный. Это отношение. Потрясающий источник, который я вот уже много раз об этом говорил. Меня поражает, что у нас в курсе истории и литературы в школе, там, скажем, обязательно стоит на слово о полку Игореве. Потрясающее произведение, но произведение непонятное даже академикам. Слово о полку Игореве – памятник средневековой русской литературы конца XII века. В основе сюжета – неудачный поход на половцев новгород-северского князя Игоря Святославовича в 1185 году, который он совершил в союзе с другими князьями. Рукопись «Слово о полку Игореве» обнаружил в Спасо-Преображенском монастыре Ярославля один из наиболее известных коллекционеров памятников древнерусской старины – граф Мусин Пушкин. По одной из версий, подлинная рукопись слова погибла в огне московского пожара 1812 года. Сохранилось лишь ее первое издание. Но есть произведение гораздо более ясное, и что самое главное, оно лучше вводит нас в жизнь простого человека. Это произведение возникает в XII веке, в конце его, ну, скажем так, во второй половине, так будет точнее, наверное. И потом редактируется в начале XIII века. Это слово и моление, это либо две редакции, либо два разных произведения, по-разному их расценивают филологи. Слово или моление Данила Заточника. И вот Данила Заточник обращается к князю с просьбой принять его к себе на службу. Он, судя по всему, когда-то служил у князя, а потом был изгнан. Ну, это особый разговор, потому что эта тема бесконечная просто. И он говорит, что есть некоторые другие выходы вот из той ситуации. Он пребывает в нищете, одержим нищетою, как он говорит, и хочет бежать от лица художества своего. Художество в данном случае слово «худо». И он говорит, что есть другие, конечно, варианты. Можно не идти на службу князю, а вот жениться у богатого тестя. Формулировка блестящая, да? Жениться у богатого тестя. Но там его это не устраивает, потому что к богатому тестю там есть приложение, жена. Жена, есть которая... другой выход, да? Да, у него либо злая, либо злообразная. Есть еще один выход, уйти в монахи. Вот где жизнь замечательная совершенно. Он будет сыт, он будет обут и одет. И он, кстати, там есть замечательная фраза, когда он пишет, что вот наши монахи, они обходят дома славных мира сего, как псы.
ласковый. Он дает такие там, характеристики монахам. Там, где перы и братчины. Где браки и перы, там чернецы и черницы. Вот где это... пьянка-гулянка, говоря современным языком, там обязательно черницы и черницы. Он говорит, легче найти, как он говорит, легче собирать стафилеи, то есть виноград с елки, чем увидеть монаха, который ведет благообразный образ жизни. Фантастическая совершенно вещь. Они, говорят, лгут Господу. Они ангельски на себе имеют чин, а обычаям похабны. Это тексты, которые прямо нас вводят вот в это отношение к монашеству. К монашеству не общинно-жительному, монашеству особно-жительному, которое праздно в глазах рядового человека, которое предается всяким излишествам. В вопрошениях есть еще один очень интересный вопрос. Хорошо ли поступают те, кто устраивают пиры для монахов соседних монастырей? То есть монастырь перед монастырем выставляет угощение, значит, они соревнуются, так сказать, друг с другом. Говорит, нет, это богопротивное дело, потому что это ими бес играет, и они от своего тщеславия это устраивают. Да. Но сам по себе факт, представляете себе, когда они устраивают пиры друг для друга. Есть еще более страшные вопросы. Как поступать монахам и монахиням, которые присутствуют на пирах, когда все перепились до такого состояния, что перешли уже да, к целованию без смотрения, к игрищам. Ну, понимаете, это обычное дело. Они присутствуют на таких увеселениях. Ну, и вот в продолжении темы, да, Георгий, впоследствии прозванный чудотворцем, выходит на берег Днепра, это конец XI века, взять немножко воды. Встречает не кого-нибудь, а князя Ростислава, сына Всеволода Ярославича, с дружиной. И те при встрече монаха что начинают делать? Они начинают словеса срамные метать в его адрес. И заканчивают это всем тем, что значит, ему связывают руки, камень на шею и воду. Понимаете, такое отношение, это в значительной степени, конечно, провоцировалось... Это христианизированный слой. Да, это провоцировалось в значительной степени, конечно, тем, что они видели вокруг себя. Вот большая часть тех монастырей, которые были в Киеве, судя по всему, они давали повод к такому отношению. Но с другой стороны, все-таки рост авторитета монашества в конце XI-XII века дает о себе знать. Если и прежде всего это связано... то не давали бы денег. Совершенно конечно. Растут вклады. Монастыри обводятся селом. Ну, причем вклады не конечно, только со стороны да. князей и там, крупных бояр, но и среди ремесленников, там, простых воинов. Это говорит о том, что все-таки русское общество постепенно воспринимало идеи монашества. Но и... воспринимало прежде всего, судя по всему, через Киево-Печерский монастырь или монастыри такого типа, которые, безусловно, влияли на окружающие монастыри, на отношения окружающих к этим монастырям. Авторитет, конечно, они создавали. А авторитет колоссальный. Понимаете, у нас, вот мы так заговорили, затронули эту тему и тут же ушли в сторону относительно того, что монастыри становятся культурными центрами. Вот такие монастыри становятся культурными центрами. Но мало того, что там зарождается целый ряд традиций, скажем, летописания, да, там переписывание книг, книжные мастерские, судя по всему, при крупных церквах и в монастырях. Скриптория – это очень тяжелый труд. Это невероятно тяжелый труд. Это нам сейчас кажется, иконописные мастерские, что все просто. Да, но я сейчас просто хотел сказать в первую очередь о книгах. Иконописные мастерские, само собой. Но книга по тем временам – это не только дорогое удовольствие, потому что книга писалась на пергамене. Это выделанная кожа, причем это кожа телят, козлят, это огромное количество просто животных надо было забить для того, чтобы создать такую книгу, как «Остромирова Евангелие», 294 листа, да? Причем это большой формат. Вот. Это еще очень медленное дело. Ну, конечно, букву за букву невозможно себя. Вы знаете, с какой скоростью переписывались книги? Вот крупным уставом лист в 10, то есть это, если говорить современным языком, это одна газетная полоса. А3. Да, А3. Вот такой лист переписывался, судя по припискам. Писцы же тоже не уставали, они делали всякие приписочки на полях. А иногда прямо говорили, сколько времени они потратили на переписку книги. Вот уставом, крупным, красивым почерком, большой лист. Один лист в день.
Причем человек, судя по всему, достаточно уставал, когда он переписывал даже одну страницу. Это видно даже по документам, когда он начинает сбиваться с такого классического литературного старославянского языка. Сначала на древнерусский, а потом на разговорный язык. Разговорный язык – это не тот язык, на котором написано большинство книг. Берестяные грамоты это показали очень хорошо. Вот там люди пишут обычным языком разговорным, что дало возможность, в общем-то… Смена стиля в течение дня происходит, к вечеру. Конечно, конечно, они устают. Более мелким почерком, полууставом, более простой, да, там и книги чуть поменьше форматом. Их можно было там по два с половиной листа в день. Но это очень медленное дело. И это очень тяжелый труд. Надо было заточить перо. Надо было приготовить чернила. Извините, в магазин не пойдешь и не выберешь там, какое перо лучше взять, да какое, значит, какие чернила, там, паркеровские или еще какие-то. Это технология. Это технология, причем секрет этих чернил хранились в тайне, они передавались от отца к сыну. Какие-то должны быть чернила, там, железистые чернила, или это на основе сажи, это клеевые чернила, нет. Как заточить перо? Невероятно сложная процедура. Перо очень быстро списывается. Потому что это очень сложная проблема. Даже внутри изготовления одной книги существовали специализации. Один писал, да. Другой прял волну, переплетал, крыл. Что, простите? Прял волну, то есть нитку сучил. Вот это называлось прясть волну. Чтобы потом переплести эти уже. Один размечал лист, другой писал. Третий вписывал буквицы и орнаменты, причем он вписывал как, он только контур рисовал. Это еще кто-то в трапезной должен был трудиться. О, совершенно верно. Поэтому создание таких книг, вот скажем, Астромирова Евангелия, я думаю, что это просто неверная датировка, там считается, что речь идет о мартовском стиле, на самом деле там сентябрьский стиль датировано. Время составления этой книги – это полтора года. Вот скажи, сколько по количеству монахов могло находиться в таком монастыре, который вроде как бы лавра еще не считается, но уже такое вот трудно сказать, потому жизнь, что и мало было монастырей. Юрий Александрович, если я не ошибаюсь, это было уже где-то около полутора десятков человек, да, в Киево-Печерском монастыре, когда он считается крупным монастырем, ему князь дает землю под строительство церкви, да? Ну вот на момент игуменства Феодосия, то есть это 60-е, начало 70-х годов, это порядка 100 человек, но это очень много. Киево-Печерский монастырь – это не единственный пещерный монастырь в Киеве. По крайней мере, 5 выявлено на сегодняшний день. Это Никольский, Кирилловский, Зарубинецкий и Гнилинецкий. То есть это порядка 5 еще пещерных монастырей. Причем, кстати, то, о чем мы знаем. Да? Да, это, по крайней мере, то, что да, выявлено на уровне письменных источников и археологии. И, кстати, интересно, что судьба всех этих монастырей была приблизительно одинаковая. То есть все они начинались как отшельнические пещерные поселения, потом они выходят на поверхность. И вот эти пещерные поселения уже используются для либо как монастырский некрополь, либо для проживания отдельных затворников, пещерников. Как некрополь – это вообще невероятно интересная вещь, потому что мы с Юрием Александровичем как раз имели возможность да, как следует посмотреть пещеры в Киево-Печерском монастыре, ознакомиться с материалами вскрытия, погребения, вот 1932 год, по-моему, угу, да? Угу. Да, почему… Фантастические вещи. Мы спрашивали, как это вообще можно было сделать? Там развернуться невозможно. Как они закладывали? Хранили либо в кильях, либо в так называемых нишах локовых. Причем эта ниша локовая, это приблизительно от полутора до 2,5 метров углубления. В глубину? Ниша находится перпендикулярно к так называемой улице, то есть к проходу. Да, да. А проход, извините, это полтора метра это максимум. Это чуть вы много показываете. Нет, полтора я метра помню, максимум. Это максимум. Ближние, правда, пещеры. И вот вырыть вот такую нишу локовую на 2,5 метра, ширина там от 40 до 80 сантиметров, вот туда. Это стоило больших трудов, туда помещали покойника, либо замуровывали, либо ставили деревянную заслоночку. Выкопать. Возможно, еще и надписи делались. Судя по всему, да. Так что это сам по себе, это колоссальный труд. Колоссальный труд. Вообще надо сказать, что все то, что связано вот с такими монастырями, это связано с ежедневным тяжелейшим трудом. Кстати, вот эти пещеры, это же не песочек, который... Да, это люстовые породы. Иначе каменотесы фактически. Иначе это просто не удержалось бы. Кстати, на сводах пещер остались следы. Это, видимо, такие вот железные рогатки, которыми выбивался вот этот лесовый грунт.
а он очень устойчивый. Структура он очень плотный, да, очень плотный. Кстати, поэтому и выбирались эти места, потому конечно, раз тут своды держали. Киево-Печерского патриарха памятника, составленного уже в начале 13 века, мы знаем, что были монахи, которые специализировались именно на рытье могил. Киево-Печерский патерик. Памятник древнерусской литературы, сборник рассказов о монахах Киевско-Печерского монастыря и его истории. Основу сборника составили послания, написанные в 20-х годах 13 века. В дальнейшем, вплоть до 17 века, сборник неоднократно пополнялся в различных его списках. В 1661 году Киево-Печерский патерик был напечатан в типографии Киево-Печерской лавры. Сколько в том же самом житии и в Киево-Печерском патерике вообще сюжетов, связанных с тем, что приходит келарь, завхоз монастырский, и говорит, что все, есть нечего. Угу. Да, есть нечего. Кончилось все. Кончилось все. Но Юрий Александрович знает просто лучше эти сюжеты, потому что... Когда помолились и... Да, специально занимался чудесами в Киево-Печерском монастыре. Да, и Феодосий говорит, не надо переживать. Не переживайте. Не надо волноваться. Да. Птицы небесные. И Господь питает, не жнут. Да, и нас также не оставит от беды. И появляется мука, и появляется и вино, и все необходимое для братьев. А если не появляется, там, скажем, дрова закончились, то же самое Феодосий берет топорик и идет колоть дрова. И вся братья, когда выходят с обеда, они вдруг видят, что настоятель стоит и рубит эти самые дрова. Они бросаются за топорами, и на 3 месяца, по-моему, да, они тут же нарубили. Или воды нет. Он берет ведра и идет за водой. И там так, там, значит, приходит один из монахов и говорит Феодосию, некому наносить воды. Я свободен. И он берет ведра и начинает носить воду. Но вот это уже удивляет автора жития. Конечно. Вот он пишет житие в начале 12 века, его это уже удивляет. Он об этом говорит с таким пиететом. Но то есть вот эти традиции, которые Феодосий закладывал, к сожалению, мы это должны признать, после смерти, как его называли, железного игумена, они, к сожалению, уходят в прошлое. И мы видим, что среди печерской братьи, при всем уважении к ней, уже в конце 11-12 века, есть разделение на богатых и бедных. Взаимная оплата услуг. Юрий Александрович, это вот реалии. Это та же самая вот история с тем самым отшельником, который позволяет себе и белый хлеб, понимаете, и... Феодосий ведь очень жестко боролся с этим. Несторов же в его житии пишет, что он каждый вечер обходил все кельи, прикрадывался ухом к двери. Слушал. И если слышал, что братья беседуют, а студийский устав категорически запрещал собираться. Беседы после отбоя. Да. Или вдруг находил, значит, он стучал в дверь, да, назнаменал свой приход. И на утро уже беседовал с этим монахом, увещевал его, что так вести себя не положено. Находил что-то лишнее в келье, он тут же бросал это в огонь. А уже в конце 11-12 века мы видим, что там не только какие-то вещи, неположенные по уставу, там уже и золото, и серебро, и такие вещи, например, как совершенно с точки зрения устава невозможные, когда Арефа, да, за всю свою жизнь, значит, вот он ни разу не пожертвовал нищему ни копеечки. Причем уже в конце жизни зашел до того, что стал сам себя голодом морить, чтобы сэкономить средства. Плюшкин такой. И когда вдруг у него все эти собранные им за всю жизнь богатства из кельи были... Похищены. Значит, он начал возводить хулу на братью, что, дескать, вот это они, завидуя его материальному благополучию, вот обокрали. Афанасий, которого впоследствии прозвали затворник, он 2 дня лежит непогребенный. У него ничего нету, и никто не заботится о его погребении. И только после явления ангелу игумену, что, дескать, как же ты вот здесь веселишься, сидишь, а у тебя человек Божий непогребенный. Только после этого, вот, значит, братья вдруг вспоминают о том, что вот действительно в монастыре совсем недавно скончался монах. И в противовес этому, пример с тем же самым Феодосием Печерским, это вещи, которые, конечно, противопоставляются в таких произведениях. Один из братьев как есть и как надо. Разбит параличом. И Феодосий с ним живет в одной келье, ухаживает за ним. 2 года, по-моему, он три года выхаживает. Исаакий Печерник. Да. Он ухаживает за ним. Он, значит, обмывает его, он меняет ему повязки. Поворачивает сбоку на бок. Поворачивает сбоку на бок, потому что пролежни у него появляются. И потом, когда тот встает, это, конечно, чудо, но тут разговор о том, что опять-таки это подвиг. 3 года ухаживать за больным человеком. Знаете, это тяжкий труд, времена, да, и те, кто сталкивается сегодня с этим, это тяжело, да, при том, что у нас есть огромное количество всяких вспомогательных средств. А в то время и в таких условиях, ну, извините, это чудовищный труд просто.
мы говорим о Киево-Печерском монастыре, да, как о прародине русского монашества. Я бы хотел попросить вас показать, может быть, пунктирно, если это возможно, а что происходит вообще в христианской традиции с точки зрения монашеской жизни на остатках Византийской империи и на Западе? Вот чем вот этот путь отличался от того, что происходило и в Западной Европе, и вот на юге? Вы знаете, вот таких развернутых сравнительных исследований я, честно говоря, не знаю. Может быть, просто в силу своей необразованности. Но это вопрос чрезвычайно интересный. На Западе, когда начинаешь смотреть их источники, литературу по монашеским движениям, это все очень напоминает. Кстати сказать, когда начинаешь... Вот я по роду своей деятельности постоянно общаюсь со специалистами, которые занимаются историей Западной Европы средними веками. И когда я начинаю говорить вот те же самые сюжеты там, о Феодосии Печерском, они говорят, ой, это наши сюжеты. Они эти сюжеты хорошо знают, потому что в географической литературе западноевропейской приблизительно такие же сюжеты. То есть вот этот вот стандарт святости, он в принципе одинаков. Он воспроизводится. Конечно, там есть свои отклонения, там появляются монашеские ордена. То, чего у нас не было. Мало того, появляются военно-монашеские ордена. У нас и близко ничего не было. У нас единственная параллель, которая проводится в литературе, это иногда вспоминают опричников в связи с этим. Хотя я не знаю, насколько это точно, потому что опричное войско – это все-таки монахи по сути своей. И Иван Грозный создает монастырь очередной. В Александровой Слободе. Хотя и очень своеобразный, понимаете? Но военно-монашеским орденом это не назовешь, на мой взгляд. Хотя это вопрос... так сказать, которую надо еще рассматривать и исследовать. Да, там идеалы нищенствующих монахов, которые живут Христа ради. У нас тоже есть такие. Кстати сказать, тот же самый Киево-Печерский монастырь, первое время он живет Христа ради. Первые монахи, они живут подаянием. И рукоделием. И рукоделием, да, совершенно верно. Тот же самый Феодосий Печерский, он любил, как я понимаю, летом, судя по описанию, выйти ночью на холмик сесть. Он, значит, снимал с себя власеницу. По пояс обнажался. По пояс обнажался и сидел, прял волну. Вот как раз сучил эти самые ниточки. Я уж не знаю, там для чего, то ли для шитья, то ли для книг, неизвестно. И пел псалмы, а в это время подставлял свое тело комарам и оводам, тем самым удручая свою плоть. И все тело его было покрыто вот этим кровососущим. А вот. И он, значит... В этом, кстати, смысле он подражал Макарию Египетскому. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть это воспроизведение вполне определенных образов. Опять известных таки, было, не было. Другой вопрос. Но в Западной Европе это достаточно близкие, в общем-то, движения есть. Насколько это разнится по сути? Вы знаете, в Западной Европе многое строилось на идеологических вопросах. Все это подвергалось очень жесткой рефлексии, и там сплошь и рядом различия, которые были между клюницами, цистерцианцами и так далее, они настолько тонкие, что не всегда понимают даже богословы того времени, в чем именно вот эти вот различия. Я в этом отношении думаю, что идеальный пример для современного человека, да, чтобы разобраться с этим, это почитать книгу потрясающего культуролога и специалиста в области средневековой культуры Умберто Эко «Имя розы». Вот когда пытаются Адсону объяснить Вильгельм, да, какое различие между этими монашескими орденами, мало того, где есть уклонение в ересь, а где его нет. Он же уходит поэтому из инквизиции, потому что уж больно тонкие вот эти вот грани. Кстати, во времена Киево-Печерского монастыря, его зарождения, вот тема борьбы с ересями, она уже присутствует или просто с неблаговидной там, жизнью? Там, вот, точно могу вам сказать, потому что сейчас в последнее время просмотрел довольно большое количество различных источников, которые касаются вот такой духовной жизни. Ну, во-первых, у нас нет такой богословской и схоластической традиции. Да. Отсутствует, скажем, та основа формальная, у нас нет университетов,
как в Западной Европе. В 12 веке нам начинаются университеты. Да? У нас университетов нет, у нас даже училищ простых нет. Ребятишек учат священники, как правило, это на псалтыре учат. Причем есть два положительных качества у всякого святого, Феодосия Печерского в том числе. В 5 лет его отдают учиться, да, он обгоняет даже 7-летних ребят, он очень быстро осваивает грамоту. Но потом, как всякий святой, книжек не читает. Вот характеристика «умом прост и не книжен» да. – это сугубо положительная характеристика. Ну, может быть, все-таки особенностью именно вот русского монаха, что отличает от Запада, это вот усвоение вот этой аскетической традиции, характерной для может все-таки быть. Вот восточной ветви, палестинской ветви. Может и социальное да. служение, социальная направленность. Социальная направленность, безусловно. Отвечая на ваш вопрос относительно ереси, вот ереси у нас как таковых не было. В отличие от Западной Европы. Даже то, что у нас называется еретическими течениями, это московско-псковская ересь, или ересь жидовствующая, как ее еще называли в свое время, стрегольники, это не совсем то. Это не совсем то, потому что там нет ересиархов, нет людей, которые бы давали идеологическую основу таких движений. Есть по источникам судя достаточно жесткая полемика с представителями других религий. Причем это у нас обычно вспоминают о язычестве и о двоеверии. Хотя я должен вам сказать, что когда читаешь эти источники, которые направлены против языческих пережитков, это не двоеверие. Там в значительной степени это полемика с теми, кто вспоминает Артемиду, Артемида, Феоста или Гефеста. Понимаете, с которыми сопоставляются какие-то Сварог, Дачбог, Стрибог. Это пока настолько эфемерная, в общем-то, вещь, и, судя по всему, нет таких традиций. Нет таких традиций. Но есть европейская культура городская, которая проникает на Русь, и против нее тоже борются. Представления о соседних конфессиях очень приблизительные. Рассказываются какие-то анекдоты о них. Причем не соответствующей действительности. Есть переосмысление каких-то обрядов, которые существуют, скажем, в исламе, или у католиков, или у иудеев. Но это именно переосмысление в полуанекдотических таких каких-то вариантах. Вот против Хорошо. Них, да, это выступает. Ну, в сегодняшней программе мы, наверное, вот поставим такой временной рубеж. Это создание и укрепление традиции в Киево-Печерском монастыре, как сказали про матерь русского монашества, и давайте попробуем сформулировать, что дал русской монашеской традиции, вообще русской православной культуре именно вот Киево-Печерский монастырь, и куда дальше пошло развитие традиции. Ведь мы же понимаем, что скоро будет золотоордынское и монголо-татарское нашествие. Киево-Печерский монастырь – это, собственно говоря, основа. Да. Отсюда пошло русское иночество, и, собственно, Антоний Печерский – это отец русского иночества. Киево-Печерский монастырь оставил большое наследие, оставил большой след в истории русского монашества. Это две традиции – и отшельническая, и киновиальная. Причем зафиксированная книжная. Да, в том числе зафиксированная книжная. И вообще надо сказать, что именно Киево-Печерский монастырь переосмыслил, и подвижники Печерским попытались переосмыслить вот это вот византийское. Зарубежный опыт, сделать его воспринять своим. Его, освоить применительно к культурным традициям восточнославянского общества, применительно к природно-климатическим условиям. Да, это и в ношении одежды. Ведь, например, конечно, наши монахи носили меха, запрещенные многими монастырскими уставами в Греции. Носили лапти, а не сандали, как греческие монахи. Использовали меды на трапезе, а не вина, которые были труднодоступны. Если говорить о монастырском столе, каши из гороха, чечевицы, варили пшеницу, смешивая ее с медом. Вот это все свои особенности, свои культурные традиции, которые были привнесены. Более того, даже одежда народная проникала в комплексы одежды древнерусских иноков. А это неизбежная была вещь, потому что Юрий Александрович затронул очень серьезный вопрос. Зима. Тут вообще климатическая зона. Вы посмотрите на карту. В Западной Европе, за исключением Скандинавии, нет ни одной столицы, ни одного государства, которое располагалось бы севернее Киева. Севернее.
Да. Лондон – это же параллель Киева. Конечно. И, а Скандинавия, извините, в Скандинавии там Гольфстрим, там другие природно-климатические условия. Исаакий стоит, помните, стоит на службе в церкви, и его ноги примерзают. Примерзают. И у нас, например, активно использовали печное отопление, неизвестное монахам в Греции, конечно, в том числе и пещерники, располагая печи при входах. Киево-Печерский монастырь закладывает очень важные общекультурные традиции. Это традиции древнерусской литературы. Извините, предтеча, скажем так, Киево-Печерского монастыря, Илларион создает одно из программных сочинений, да, еще не будучи митрополитом, вот в то самое время, когда он копает пещерку. Слово о законе благодати. В Киево-Печерском монастыре зарождаются традиции древнерусского летописания. Они просуществуют полтысячелетия. Полтысячелетия будет продолжаться. Там зарождается агеография древнерусская, которая будет развиваться, она получит потрясающее развитие в 15-м, 16-м веке, в 17-м веке. И это основа Киево-Печерская. Это библиотеки. Это библиотеки, которые стекаются книги буквально со всего мира. Но я уж... Потом это школа для русских иерархов. Конечно. До 12 века 80 человек подстрижников Киево-Печерского монастыря заняли епископские кафедры. И я думаю, что это прежде всего в силу авторитета этого монастыря, культурных традиций этого монастыря, заложенных Феодосием Печерским и его сподвижников. И это действительно школа была. При отсутствии университетов это вот выпускающее заведение. Да? Киево-Печерский монастырь первым принимает общежительный устав студийский. И летописец замечает, что от него, форме. От этого монастыря все другие восприяли устав. Причем это алексеевская редакция, очень невероятно жесткая. Можно вспомнить слова летописца, которые говорят о том, что многие монастыри от цесарей, от бояр и от богатства поставлены. Но они не такие, как Киево-Печерский, потому что он поставлен слезами, пощением, молитвой и бдением. Да, вот я тот образец чистоты веры. Да, который, я бы сказал, да, что вот нынешние традиции отношения к монашеству и к монашеской жизни, они в значительной степени определены были на столетия вперед Киево-Печерскими традициями. Иноки монастырей становятся духовниками первых лиц. Да, да. Это невероятно важная вещь, поэтому монастыри на себя берут окормление, сказать, власти. Окормление власти раз и следят за нравственными устоями общества. Это невероятно серьезная функция. Которая, да, печерские игумены, это да, духовные отцы великих князей киевских, по крайней мере, до конца XI, начала XII века. Это есть потрясающие сюжеты, когда они так князей ставят на место, что их ссылают и заточают. Да. Или обещают заточить. Они говорят, хорошо, давай. Пещеры уничтожат. Они даже рады этому. Пострадать, да, за, совершенно за Христа. Ну что ж, я хочу поблагодарить вас за столь интересную беседу. А время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. С вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.